Если в ближайшее время наш президент Владимир Путин создаст новую политическую партию, вступите ли вы в нее? Так нет, чтобы мне вступить, мне надо тогда выйти. А выйти – это значит предать. Я не буду предавать. Надо смотреть, чем эта партия будет заниматься, первое, что. То есть прям вот так вот доверять президенту не стоит? Нет, президенту в любом случае нужно доверять. Мы всегда ориентируемся на него, мы всегда как бы смотрим на его, вещи, те, которые он делает. Если это будет Путин, я да. То есть из «Единой России» уйдете, бросите? Нет, почему не из «Единой России», если Путин уходит в другую партию. Но он бросит партию? Он даже он такого, наверное, не сделает. Конечно, вступлю. Ну, то есть, получается, вот бросите «Единую Россию»? А, вот вы как вопрос ставите, да? Если даже как партия поменяет свой формат, в принципе, и у нас уже это было, как бы у нас было единство, по сути, ничего не поменялось. Но я думаю, что такого вряд ли произойдет. «Единая Россия» пока всех устраивает. Вряд ли. Мне нравится «Единая Россия». Зачем я буду метаться туда-сюда в моем возрасте? Вы что? Может быть, стоит довериться президенту все-таки? Нет. Никогда. Человек такой, который, как Путин, он не может предавать. Поэтому мы рады, что у нас такой глава государства, такой, как Путин, человек всемирно известный. Как говорят сейчас, там Трамп у нас где-то там, Украина его. Но мы считаем, что Путин – это ум, честь и совесть нашей эпохи.